Всем моим зрителям огромный-огромный привет. Сегодня у меня выдался выходной. Я решила сходить на дачу. И дорога моя идет через такой лесочек. И вот я зашла просто подышать свежим воздухом. Всех, кто любит такие прогулки, кому это интересно, всех приглашаю немножко отдохнуть со мной и прогуляться по лесу. Снег у нас уже практически весь растаял, в городе его нет, а в лесу уже тоже он практически весь сходит. Вот такие вот красивые деревья, могучие, красивые. Воздух сегодня обалденный, у нас сегодня солнышко, пахнет уже весной. В лесу уже тоже деревцы последовали свои снежные шубки. И уже все такие красивые, зелененькие. Такие елочки. Сегодня у нас выдалась такая солнечная погода, но, по-моему, в лесу как-то эта погода солнечная не ощущается. Больше, по-моему, как такая пасмурная. Уже видно на земле листики старые. Вот. Снег уже практически сходит весь. Воздух уже такой как бы весенний, пахнет весной. Поэтому тепло и очень хорошо гуляется. Посмотрим, что там делается у нас в глубине леса. Как красиво в лесу. Вот на этом и все. Пойду я уже домой. Спасибо всем, кто мне составил компанию. Спасибо за прогулку. Если мои прогулки вам нравятся, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!